Всем привет! В этом обзоре мы познакомим вас с монитором от японского производителя Eizo Foris FS2434. Бренд Eizo нельзя назвать самым популярным в странах СНГ. Однако спросите любого профессионала, имеющего дело с графикой, о выборе качественного монитора, и в списке его предложений вы обязательно услышите это название. Чем же обусловлена такая любовь к данному бренду? В первую очередь очень высоким качеством продукции. Компания Eizo совсем не новичок в создании устройств для вывода изображения. Ее опыт в этой области составляет более 30 лет, а модельный ряд включает в себя решения как для компьютерного рынка, так и для промышленного использования. Медицина, морская навигация, авиация, микроскопия, видеонаблюдение – вот далеко не полный список сфер применения, где можно встретить продукцию Eizo. Для пользователей ПК в наличии три серии – Eizo Flex Scan, Color Edge и Foris. В первую включены профессиональные решения, во вторую – графические, а в третью – игровые. Монитор Eizo Foris FS2434 попал к нам в обычной картонной упаковке. Внутри, кроме самого монитора, мы также обнаружили богатый комплект поставки. Есть даже пульт управления, но вот на HDMI кабели почему-то решили сэкономить. Ладно, если бы речь шла о каком-нибудь бюджетном решении, но для модели стоимостью порядка $550 это недочет. Новинка, как и многие современные мониторы, выполнена в безрамочном корпусе. Однако, в отличие от других устройств, это не просто маркетинговый ход. Рамки действительно очень тонкие и составляют 6 мм, что делает данную модель отличной основой для построения игровых мультимониторных конфигураций. Важно отметить, что корпус при этом имеет достаточно хорошую жесткость и отличается высоким качеством сборки. Сделано в Японии, добавить больше нечего. Диагональ дисплея составляет 23,8 дюйма, а максимальное разрешение Full HD при развертке 60 Гц. Дизайн данной модели мы бы назвали как минимум не скучным. Своими красными вставками и рубленными гранями она смотрится довольно оригинально на фоне однотипных черных устройств. Ножка монитора позволяет менять угол наклона дисплея от 0 до плюс 25 градусов и расположение по высоте от 0 до плюс 60 мм. Не менее функциональной является и подставка, которая обеспечивает поворот монитора практически на все 360 градусов относительно своей оси. Также новинку можно закрепить на стене, для этих целей имеется соответствующее крепление стандарта веса 100 мм. Набор интерфейсов представлен только цифровыми разъемами, двумя HDMI и одним DVI-D. Также на тыльной стороне мы обнаружили два стандартных аудиопорта и USB-концентратор на два разъема USB 3.0. Доступ к последним осуществляется без каких-либо трудностей, как и к аудиовыходу для подключения наушников, который вынесен на левый торец корпуса. Имеются два динамика с суммарной мощностью 1 Вт. Сделаны они больше для галочки и подойдут разве что для проведения видеоконференций или общения по Skype. Настройка управления основными функциями монитора осуществляется с помощью дистанционного пульта управления. Вроде бы технологично и удобно, но мы бы все равно предпочли традиционный вариант с кнопками или джойстиком на корпусе. Все-таки в меню пользователь заглядывает не так часто, а переплачивать за то, чем пользуется от силы несколько раз в год, как-то не очень хочется. Да, некоторые функции продублированы в виде кнопок на корпусе, но далеко не все. Например, без пульта в меню все равно не попадешь. В такой ситуации его потеря или же банальный разряд батарейки может доставить много лишних хлопот. Экранное меню можно назвать устаревшим и не очень удобным в плане навигации. С вкладками и под меню работать куда приятнее. К тому же нет поддержки русской локализации. Немного спасает ситуацию то, что вызов основной функции вынесено на отдельной кнопке. Соответственно, для изменения, скажем, яркости или контрастности не потребуется долго странствовать по меню. Присутствует поддержка ряда фирменных технологий, которые призваны улучшить качество изображения, либо же его немного видоизменить. Например, опция Smart Insight 2 увеличивает яркость на темных участках сцены, чтобы можно было лучше видеть очертания объектов, врагов в тенях. А Smart Resolution позволяет сделать картинку более четкой. Неплохая задумка, любители игр определенно найдут ей применение. В тестируемой модели записано 7 профилей. Во всех режимах, предназначенных для чтения в счет не берем, модель имеет довольно высокие показатели яркости и контрастности. А значит, независимо от выбранного профиля и интенсивности внешнего освещения, на экране всегда будет наблюдаться насыщенная и сочная картинка. Оптимальным же режимом для применения в реальных условиях является User 2. Именно на его основе предлагаем более детально исследовать возможности монитора. С выводом основных цветов Eizo Foris FS2434 справляется хорошо. Среднее и максимальное отклонение не превышают допустимых значений. На графике уровней RGB синяя и зеленая составляющие имеют минимальное отклонение. Красная же немного выходит за диапазон плюс-минус 10% относительно эталонной черной линии, но без существенных последствий. По крайней мере, никакого завала картинки в холодные оттенки мы не наблюдали.
Гамма в профиле User 2 настроена очень хорошо. Все три RGB составляющие практически совпадают с эталонной кривой, а среднее значение гаммы лишь на 0,01 меньше необходимых 2,2. Иными словами, и на светлых, и на темных участках сцены детали объектов будут переданы практически идеально. Диапазон яркости составил от 6 до 268 кандела на метр квадратный, а коэффициент контрастности при этом менялся в пределах 966 к 1, 1105 к 1. Таким образом, данный монитор можно смело использовать даже под прямыми солнечными лучами. Изображение не будет тускнеть, а цвета продолжат радовать своей насыщенностью. Любители ярких экранов тоже должны остаться довольны. На черном фоне можно наблюдать небольшие утечки подсветки по периметру экрана, а также засвет в нижней центральной части дисплея. С белым фоном дела обстоят лучше, но все же не идеально. По краям экран выглядит чуть более темным, чем его остальное пространство, а вот glow эффекта замечено не было. В тестируемой новинке установлена матрица типа IPS, заявленным временем отклика 5 мс и максимальной частотой развертки 60 Гц при разрешении Full HD. Шлейфы от движения всех примитивов получаются довольно короткие, а артефакты при включении функции Overdrive практически отсутствуют. Таким образом, данный монитор вполне подойдет для отображения динамичных игр. Горизонтально и вертикально углы обзора у модели очень большие. Картинка не теряет своей насыщенности при любом положении глаз относительно экрана. И только при взгляде по диагонали с углов, близких к нулевым, наблюдается небольшое уменьшение контрастности дисплея. Но очевидно, что в реальных условиях никто так на монитор смотреть не будет. Протестировав модель EyeZo Foris FS2434, прекрасно понимаешь, почему некоторые пользователи готовы переплачивать и покупать продукцию японской компании EyeZo. Действительно, качество данного монитора и внимание к деталям находится на высочайшем уровне. Да и основные характеристики заслуживают уважения. Также к достоинствам стоит отнести функциональную ножку, наличие коммутатора на два порта USB 3.0 и удобное подключение наушников. Но, к сожалению, данная модель не лишена и недостатков. Так, цветовой охват лучшего профиля на уровне 86,8% уж никак нельзя назвать хорошим показателем. Утечка подсветки по периметру экрана тоже немного портит впечатление. В принципе, на это еще можно было бы закрыть глаза, все-таки речь идет не о профессиональном решении, если бы не цена монитора, которая составляет порядка $550. За такие деньги он должен быть не просто хорошим, а идеальным. К тому же, обладая диагональю экрана в 24 дюйма, новинка автоматически попадает в сегмент массовых устройств, где очень важным является показатель цена-возможности. Как вы сами понимаете, при такой стоимости он у него не самый высокий, да и конкурентам есть что предложить в качестве альтернативы. Больше информации найти в портале geesit.com, перейти можно по ссылке в описании видео. Всего вам хорошего и не забывайте подписываться на наш канал.